Праздничный намаз в семье Шарифутдиновых совершается дома. Самоизоляция для мусульман не просто мера профилактики. Это исполнение заповеди пророка, который предписывал не посещать мест, где есть очаги эпидемии. В этом году на Ураза-Байрам верующие сделали выбор в пользу домашней молитвы. Праздничный стол – непременный атрибут Ураза-Байрама. Завершился священный месяц Рамадан, в течение которого взрослые соблюдали пост, воздерживаясь от пищи и воды в светлое время суток. Папа, мама и старший Сабир постятся каждый год. Второклассница Суфия тоже решила испытать силу воли воздержанием. Усердия хватило на 2 дня, но для детей и это хорошее упражнение. Поститься девочке понравилось. Вот утром встаю, кушаю, у меня вот хочется еще кушать. А когда я вот держу, вот ничего утром не кушала, мне кушать не хочется. Младший брат Раян поститься пока не пробовал, хотя суры из Корана уже может читать наизусть. Сестренка Асиля и вовсе уснула на руках у мамы прямо во время трапезы. Вся семья вместе и душа на месте. В семье Шарифутдиновых считают, что очень важно своим примером показать детям веру и традиции. Ведь само слово «ислам» в переводе означает «мир». Детки же, они вот до 5 лет, у детей все закладывается в долговременную память. Поэтому именно вот с рождения важно учить детей. У них это на подсознании закладывается глубоко, вот эти все основы. И в дальнейшем по жизни это будет ориентир, как поступать. И любви больше становится, и уважения больше становится, и обстановка лучше. Все мечети в этот день были открыты, но мусульмане проявили солидарность и в праздничный день остались дома. Награда за то, что человек делает коллективный намаз, в 27 раз больше, чем обычный намаз. И то, что, например, сейчас мы ограничим и говорим о том, что читайте дома, это способствует тому, что человек, например, мужчина, встает как имам, за ним встают жена, дети, и при совместном поклонении он также получает 27 раз больше награду. Обычно на праздник Ураза-Байрам здесь собираются до 10 тысяч человек. Те, кому не хватает места в зале, могут молиться на площади возле мечети. Сегодня на праздничный намаз пришли только представители духовенства и актив, отвечающий за содержание мечети. В традициях праздника разговения ходить в гости, поздравлять друг друга. В наше время можно легко онлайн связаться с родными и близкими в любом городе и селе. А чтобы праздник пришел в каждый дом, верующие подают милостыню в пользу малоимущих. Олег Зверев, Николай Епифанов, «События».